Я Артамонова Антонина Яковлевна, 1931 года. В этом году, 3 сентября, мне исполнилось 83 года. После того, как я ушла на пенсию, у меня появилась мысль организовать музей, собрать материал, кто до нас работал, кто первые годы работал, кто в войну работал. И мне выделили 2 кабинета. И я начала собирать материал. И так вот у меня появились вот эти все стенды. Это все живые люди, большинство которых их уже нет за это время, потому что на сегодня я 43 года работаю в этом управлении. Мне очень интересно. Я посетила всех, с которыми работала. Ко мне заходят сейчас молодые. Я читаю лекцию о работе в милиции, об отношении к людям, к человеку, о доброте. Меня представили, вот приехали в музей, посмотрели, представили для награды. А это медаль профессионала России. Вот здесь вот фотографии есть с Никитой Михалковым. А сейчас я с любовью вот это все продолжаю. И меня это радует.